Мухоморный, приветствую. Так хочется записать ролик, емкий, вот, и чтобы красочный, чтобы вам вот зашел все в обвертке и с наполнением, но постоянно бегаю, постоянно беготня какая-то, суета, и вот поэтому снимаю как есть. И речь о том, что, друг, посмотри, все, что происходит в твоей жизни, оно происходит по инерции. А сделается, а считается тобой сделанным только то, что ты делаешь первый раз. То, где ты сам действительно прописываешься усилием своего внимания, то есть прохождением и оценкой, чувств, ну, всем своим «я есть» присутствием. Понимаешь, в чем дело? Поэтому то, что ты вот делаешь каждый день на автомате, это ты уже делаешь по внешнему намерению. То есть за тебя управляют, грубо говоря, другие. То есть они своим вот этим «я намерен», чтобы было так, твоим «я хочу». Потому что «я хочу» — это является отсутствие. То есть ты тратишь энергию в сторону. У тебя отсутствует понимание, куда ты тратишь. Сюда относится и запечатывание воли, это веществами. То есть и дрочка тоже сюда относится. То есть вот этот вот мир соблазнов, мир удовольствий. То есть оно отвлекает тебя от себя и очень далеко отвлекает. А вещества запечатывают очень глубоко, далеко. То есть ты... У меня даже вон лоб, видишь, как жмурится, как я себя представлю, вспомнил в этом во всем. И важно представлять и проживать моменты яркие. Потому что каждый момент жизни — это, ну, по внутренним ощущениям. Ты генерируешь будущее. Только так. Это именно так и работает. То есть это вселенная задом наоборот. И вот суть, что стать осознанным вот в каждом моменте. Когда ты в каждом моменте, каждый раз живешь по-новому, живешь творцом, живешь, помня себя, вспомнив. Ты пришел в эту игру, чтобы себя вспомнить. Когда ты это поймешь, ну, взрастешь очень. Ну как взрастешь? Там отсутствует такое «о, вспомнил». Важно каждый момент вспоминать. И тогда ты вспоминаешься. И ты вспоминаешься, и опять же это вспоминание происходит в автомат. В автомат входит, то есть, и таким образом у тебя появляется как эскалатор. Эскалатор подъема. Но так же, как эскалатор падения, ты его можешь в какой-то момент остановить. Но он так и задуман. Мы живем как в ленте, забыл, как фамилия ученого называется. То есть эта лента идет, но в какой-то момент она такая, хоп, переворачивается, и тыльная сторона становится внутренней. И вот ты по этой внутренней стороне уже, но за истину считаешь то, что в твоей голове, в твоем уме отложилось, как в том моменте времени, когда это происходило. А время течет, все меняется, и уже по-другому все. Уже использовать твой багаж знаний отсутствует возможность. То есть это можно просто смотреть как на фотографии воспоминаний, что когда-то было так, а помнишь там вот игру Дэнди, Сегу и прочие такие моменты. Но повторить это вряд ли получится. То есть в новой реальности заново потом создадут, ну, маленечко другие там возможности, другие приблуды будут. И суть игры-то понять, что все тобой задуманные возможности от ума придуманные выполнить вообще смысл отсутствует и возможности. То есть ты можешь хотеть что угодно и сколько угодно по этому поводу расстраиваться, разрушаться. Важно именно смириться. Смириться с тем, что происходит. Вот что я сейчас и делаю. То есть я принимаю просто этот мир такой, как он есть. Да, внутри меня есть грандиозные планы по проекту Мухоморному. Но примет ли его этот мир? Пришло ли время этому миру просыпаться? Я вижу, что пришло время многим душам просто уходить в соду, в золу, в пепел. Почему? Потому что воплощения, пришедшие сюда без реализации и живущие в уму, они косячат. Они косячат, и потом им еще интереснее будут проработки. То есть либо они станут уже на у нас там какими-то скалами, еще чем-то, то есть, ну, таким неинтересным. И в наш ум даже без помещения те формы жизни, которые могут здесь воплотиться,
Потому что создавая вот эти, например, подземелья московские там, и лос-анджелесские, да, там, то есть вот американские, особенно где города, вот эти небоскребы, ты представляешь, там вот этот небоскреб, который под землей находится, катакомбы, что-то может жить, какое воплощение. Там пауки размером вот, ну, с эту комнату, там такое творится. Они, у них там среда обитания. Представляешь, тишина и нахождение себя вот как разума, насколько он может себя осознать. Там всемогущий Бог, он такой чудесный. А мы созданы здесь, мы творцы света, мы вот жители солнечные, да? То есть зависим от солнца, от луны, от воды, от воздуха. Вот. Эти вещества, они наши составляющие. То есть, и то, что мы едим, это нас дополняет. И вот это вот как раз таки и на наше направление действует. То есть в какую сторону мы будем двигаться, будем развиваться. Поэтому здесь уже ответственность берешь ты. То есть есть коны матрицы, которые тебя создали вот по, так сказать, образу и подобию, да, всего живого вокруг. И нам часто важно наблюдать за этим, за всем, потому что в большой степени, в глубине своей мы запутались. То есть кто-то один, чувствуя себя каким-то вот таким вот, а мы все внутри чувствуем, что-то такое бывает, как сказать, извращенное, что-то такое вот из ряда вон выходящее. То есть другой край себя какой-то, то есть в памяти какая-то, так сказать, еврейская начинка. Она сидит в каждом. То есть у каждого есть там вот такая нотка плохого, плохиша. Даже каждая пятерошница, отличница самая, там, монашка хочет, наверное, ну, жесткого секса. Как анекдот такой есть. Встала, встряхнулась монашка после пяти негров и сказала: ну, власть и без греха. То есть, понимаешь, как бы, когда ты без... Ладно, суть в чем? В том, что много мыслей. Много мыслей, их целая череда. Подпишись на ютубчик и будешь всегда в курсе свежих новостей. По субботам трансляция. И мухомор тебя накажет. Накажет, хорошо проучит, как вот плохого сынишку. Потому что он резонатор, он покажет тебе самого себя. Ты станешь перед самим собой. И перед кем ты самим собой станешь, это уже тебе решать. То есть можешь ли ты стать перед самим собой как учитель, как наставник. И взяться за этого ребенка плохиша, который вот именно в том моменте, вот он пробуждается. Вот он остановил свою машину ума. Он понял, что все суета. Он понял, что пора идти в тишину. Но суета так и заманивает. Ведь все в суете. Все туда тебя и тянут. Но ты вспомни, кто ты. Ты чистая душа, ты свет, пришедший сюда творить. И чтобы тебе творить, тебе нужна твоя энергия, тебе важна твоя энергия. Ты умеешь ей играть, ты умеешь в ней плескаться. Но сейчас ты ее уделяешь куда-то туда. Какому-то другому плохишу, который достал из себя вот то плохое, что он там в себе такой, у него отсутствовало понимание, как это выразить. И он такой: смотри, я вот такой кривой. И все: о, можно быть кривым. Он себя выразил. И теперь соревнуется в кривоте. Соревнуйтесь в благостном. Сейчас в моду входит благость. Хватит уже, вот я смотрю ТикТок, ну как, я без просмотров, я там делаю деятельность, я там общаюсь, то есть я там строго направленно, то есть я выбираю там направление. Но бывает, даже мне выпадают такие ролики, где люди раскидывают по кухне лапшу. Там макароны, макароны с кетчупом, и хвастаются этим. И соревнуются, кто дебильнее это сделает. Есть ролики, где показывают, какие мужья там дебилы, там вещи забирают, как там, ой, вот эти ужасы. И, понимаешь, без подтекста о том, что так делать плохо, посмотрите, как вот важно избежать это делать. Людям, наоборот, прописывается этот код. Прописывается этот код, либо же он проживается. То есть, если это было у кого-то в задумках, так беспонтово прожить, то человек это смотрит и уже как будто прожил. И говорит: фу, нафиг, нафиг мне так жить. И тем самым выходит в радость. Вот этот момент я только сейчас учел.
только сейчас учел и в себе даже перевернул. То есть, понимаешь, твой мир, как и мой, он такой же, как, ну, ты его представишь, как я его представлю. И он будет отличаться, мой, от твоего. То есть, потому что и ты, и я, мы живем в своем уме. Получается, сейчас, представляя, понимая, что понимаешь, как. То есть, вот у меня у самого как было. У меня была, типа, ну, фантазия, да, надиктованная мне обществом, там, секс. Ну, просто назовем его секс, ну, такой, как бы, чуть подальше, чем традиционный. И когда мне девушка его предложила, даже просто по связи, по договоренности, то есть даже без проведения его, и я его представил как уже воплощающийся, то я прожил эту ситуацию на чувствах. Я понял, что мне принесет это. Я понял, что мне отсутствует желание этого делать. Потому что я живу по совести. У меня внутри написано, что, ну вот, как бы слиться с одной, единственной. То есть я всегда без, ну вот за себя говорю, но это как бы такая считанная пространство информации. То есть если другие особи, там, не знаю, зайцы или еще кто-то, я без изучения, я к примеру говорю, может быть, могут там менять самок, да, на каждый период осеменения, то мы, люди, мы можем, и у нас так положено, заложено внутри, выкинуть. Плохо, бяк, опасно. Ну, запрещается. Сын, взял, поднял что-то с пола. То есть стараюсь избегать слова этих паразиты шаблонные. Так и что? И то, что жизнь прекрасна. Просто жизнь прекрасна. Важно сначала чувствовать, а потом об этом думать. А-та-та-та-та. А мы как? Мы постоянно думаем, бах, почувствовали любовь. И опять дальше думать. Тем самым мы свою молотилку, мы свою жизнь вот забиваем. О, я даже вспомнил коренную мысль. Про что ролик-то хотел записать? Про то, что мы живем от ума. То, что наша жизнь, она без засчитывания нам идет. То есть на фоне души она без сказывания. То есть вот эти люди, которые гонятся там за хайпом, за чужим, за тем, что им... Вот понимаешь, вот есть ресурсы, разные ресурсы, да? И вот твои ресурсы, которые тебе по душе, они там внутри тебя запечатаны, или как сказать, отмечены. И их ты получаешь как компас. К ним это твоя любовь. Но если ты без использования любви, просто вот у тебя глаза горят, блядь, денег больше, все, ты полетел к деньгам, к удовольствиям, к разврату. И твой ум наслаждается этим. Он получает удовольствие, но оно мнимое, оно пустое. Оно без получения этой любви. И может тот, кто тебе этот пример показал дурной, там разбрасывать макароны по кухне, он это сделал с любовью. Он получил свой ресурс. Но ты-то, подражая ему, ты-то без прочувствования внутри. Ты-то от ума двигаешься. В этом-то вся и твоя потеря. В этом-то вся и загвоздка. Вот, поэтому, как бы, типа, пришел ты в этот мир и забыл себя. И важно вспомнить, кто ты, чтобы играть в эту игру. А правила устроены так, чтобы ты забывал. А зачем я это говорю? Я это говорю для себя самого. Ты думаешь, мне важно тебя пробудить? Ты и есть я. Ты и есть эти обстоятельства. И уже достаточно зеркал прямых, которые дают понять, что вот он эскалатор, который важно раскрутить вверх. Хватит уже его крутить вниз. То есть просто остановись и посмотри, что происходит на твоем экране, что ты видишь. То есть, кто твой наблюдатель, что он внутри испытывает, тем самым будущее генерирует. И да, это трудновато сделать. Трудно без вовлечения остаться, ведь игра такая увлекательная. В ней ум очень быстро разгоняется. Есть эти дети, есть эти обстоятельства, это помещение, этот завтрашний день, это течение времени, эти там с телом, да, там особенности какие-то там, то есть мытье его, там ухаживание за ним, то есть все подгоняет тебя отвлечься. Отвлечься на, грубо говоря, обслуживание, как сказать, на обстоятельства. На различные обстоятельства. То есть
внимание летит в космических обстоятельствах, созданное умом и внутри ума, и внутри любви, и внутри всего, чего трудно нам представить. Посмотри, что там было. Час ночи, а он тут бегает, да? И все понимает, понимаешь? Он понимает, что он творец, который пришел сюда по божественному замыслу, да? Как мы их воспитываем, детей, такими они становятся. А если их слишком... Ну, это вот на Маугли можно увидеть, да? Который вырос с волками и получил. Важно природу. Природу чувствовать. То есть, когда мы учимся у животных, отзеркаливаем и чувствуем. Пока без мысли. Просто посмотрел, что они делают. Когда ты последний раз это смотрел? Мы смотрим только на людей. А люди что делают? Люди запутались уже давно в питании. А питание — это первый косяк был, который от мысли пошел. Да, да. Вот, и все. Мы нацепили маски и стали тем, кем наша душа отсутствует быть. Ставь лайкосы. Подписывайся. Но мы пошли дальше. Тоже в суету я пошел, но я пошел туда теперь с любовью. Я чувствую любовь, потому что у меня много ответвлений, куда я могу пойти. Но я выбираю именно то, которое по любви. Это творить эти свои ролики, потому что в них разговоры с самим собой ведутся. В них ведется аналитическая работа внутри. То есть я расту с этими роликами. И пойми еще одно, что сказав его, я уже стал другим. Тот, который это сказал, он остался на этой пленке. Время прошло, понимаешь? Поэтому сказать, что вот Меркул такой, да я в этот момент могу глазки, блядь, а это ротик, да. В этот момент могу быть совсем уже другим. То есть пережить уже какое-то посвящение, трансформацию, там, операцию, то есть и вообще исчезнуть. Может, это уже летопись. А я на самом деле есть. А может быть, я на самом деле изображаю кого-то. Актеры в кино, которые отыгрывают эти роли, они же играют по-настоящему. Они же с чувством. И мы, когда смотрим кино, суть-то что? В этом мире намешаны, в принципе, сценарии фильмов. Почему? Да потому что мы их прожили. Мы их прожили как по-настоящему. Поэтому, друзья, создавайте хорошие фильмы в своей жизни. Будьте хорошими актерами. Танцуйте, любите, творите. Хватит жаловаться этого. Я трезвый. Я под чуть больше микродозинга. Это опасное состояние. Опасное состояние трезвости, тишины ума. То есть, понимаешь, это без изменения состояния сознания. Это как раз таки и есть само сознание. Я когда курю дудку, курил, то есть я без зареканий, но сейчас я полностью понимаю, что она эго. Эго обволакивает. И ты внутри эго только можешь доставать ресурсы. Стоять у источника, как я это обычно делаю, у тебя без возможности. Ну что ты, малыш, подожди, дай я договорю. И поэтому важно от этого воздержаться. Все, потерял мысль. Потерял. Суть, в общем, в том, за ответственность. За дудку. Что, понимаешь, у меня благостная ситуация. Если бы я просто ворвался в мухомор и такой, мне все надоело, все, я там, дайте мне быстро, сколько там надо, грамм. То есть, если бы я только мерил физические условия, там только граммы, только еще что-то, то я бы окорал. Я бы окорал настолько, что было бы больно. А почему было бы больно? Потому что резонатор, мухомор-резонатор, я бы увидел сам себя. То есть я сейчас вижу себя и любуюсь там, и делаю проходы. То есть я раскручиваю свой эскалатор наверх. То есть у меня все хорошо, успешно получается. А тот, кто крутит его вниз, тот увидит, как он его крутит вниз. Его сущность-то испугается этого. Или он своим эгом начнет себя обманывать. Начнет себя... Кстати, вот я сейчас понял, у меня тоже такое случается. Почему истопориться так, как бы, ну, бывает развитие.
Потому что такой хоп, и внутри эго такой, ага, это я присвоил себе, сказал, что делает правильно, и там сравнил с другими опять с кем-то. То есть увидел, что тот тоже вроде как развивается там по каким-то параметрам. А на самом деле и тот самообманывает, и сам самообманываешься. И внутри отголоска нет, а есть только удовольствие от того, что что-то логически там мыслишь. Трудно, да, для понимания. Ну вот так вот это в озвучивании звучало. В общем, ответственность за употребление мухомора полностью на тебе. Тупо повторить отсутствует возможность. Здесь полностью ты. Ты, который ты вот пришел сюда. Здравствуй, мой я. Поздравляю тебя. Мы есть одно целое. Мы есть любовь. Любовь наша.